Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 18 апреля 2017 года. Была сделана теплица Капля VIP. Шириной 3 метра, длиной 4 метра. По торцам у нас с одного расположена разрезная дверь-форточка. С другого торца просто форточка. Каркас теплицы сделан из трубы 20х40. Полимерно-порошковая окраска. Арки выполнены в виде ферм. Также в теплице у нас установлен форточный блок. Один с ручным управлением. И две грядки. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,72 плотность. Теперь немножко о плюсиках. Во-первых, это форма. Каплевидная форма у теплиц гарантирует, что снег на ней задерживаться не будет. Будет весь падать вниз, с теплицы скатываться. И второй большой плюс у именно этой конструкции Капля VIP — это очень мощные арки, которым не страшны никакие нагрузки. В разумных пределах, конечно. Ну, на этом, пожалуй, все. Ставьте пальцы вверх, пишите свои отзывы, комментарии, задавайте вопросы. Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 17 апреля 2017 года. Рассказываем о теплице Капля VIP. Каркас у нас сделан из трубы 20х40. Арки выполнены в виде ферм. Полимерно-порошковая окраска. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Сама конструкция стоит на брусе. Брус пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Вот так выглядит наша теплица со стороны. Главным ее достоинством данной формы теплицы является то, что на ней никогда не задерживается снег. То есть она практически не подвержена снеговой нагрузке. Это первое. И второе. Очень мощные арки. Напомню, из трубы 20х40. Арка в виде фермы сделана. Выдерживает колоссальные нагрузки. То есть можно подвязать нитку и очень большое количество урожая, не бояться, что раздавит ваш каркас. На этом, пожалуй, все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои истории. Всем пока!